Спасибо, Павел Федорович. Сделано. Сделано, блин. Тоже трудно, смокнешь, пока сделаешь что. Ну, а теперь это, маленько продолжаем еще съемочку. Уважаемые друзья! Добрый вечер, дорогие москвичи и гости столицы! Добро пожаловать на наш концерт! И концерт удивительный, необычный. Сегодня все наши песни, частушки, наигрыши, танцы, пляски, все порывы души мы посвящаем 70-летию со дня рождения народного артиста России, лауреата государственных премий Российской Федерации, основателя проекта «Играй гармонь», композитора Геннадия Заволокина. Светлая ему память! Как настроение, друзья? Погудим? Ну, когда происходит что-то связанное с «Играй гармонью», не обходится без разного рода неожиданностей, импровизаций и так далее. Думаю, что сегодняшний вечер обещает быть очень интересным.
Ну а пока частушки, у нас коллектив называется все-таки частушка. Начальные. Вашим просьбам, песня Геннадия Заволокина. От печки. Солист Захар Заволокин. Слова Юрия Колокова. Погрустим немножко. Твое тепло, мое тепло, вот и не холодно. Пусть льется свет из детских лет, пусть будет молода. Давайте сначала от поля и речки с родного плеча. От печки, где звезды сквозь рамы снега на крылечке. Давайте от мамы, давайте.
свете от печки. Твое тепло, мое тепло, после зимы весна. Зажжем огонь, возьмем гармонь, пусть говорит она. Давайте сначала отбоя и речки с родного причала от печки. Спасибо, друзья. Ну, ситуация требует небольшого экскурса в прошлое. Биографическая справка о Геннадии Заволокине. Внимание на экран. Геннадий Дмитриевич Заволокин родился 18 марта 1948 года в таежном поселке Парабель Томской области. Затем семья переехала в поселок Сузун Новосибирской области. Здесь, в Сузуне, отец и купил своему маленькому сыну первую гармошку. Позже в одном из своих интервью Геннадий Дмитриевич так скажет о своих родителях Дмитрии Захаровиче и Степаниде Елизаровне. «С детства перед нами был достойный пример добрых человеческих отношений, любви к ближнему, усердия в труде, почитания закона Божьего». Заиграли и запели. «Здравствуй, Родина моя!» Из поселка Парабели. Заволокин, это я. Из-под Томска. Звать Геннадий. Батю Дмитрием зовут. Дед Захар. Мать Степанида. Перед вами весь я тут. После школы годы учебы 1964-1968 в Новосибирском музыкальном училище на отделении оркестра русских народных инструментов. Затем Московский институт культуры, закончен в 1984. С 1974 по 1991 год прошлого века работал в Новосибирской филармонии. Вместе с братом Александром Геннадий составлял дуэт «Чистушечников». В 1986 году братья Заволокины стали заслуженными артистами РСФСР. Гармонистом съезд назначили, пошел народ стеной. В магазинах все гармошки разобрали на дыною. К нам на праздник отовсюду понаехало гостей. Привезли 500 гармошек всех калибров и мастей. 1986 года Геннадий Заволокин становится ведущим телепрограммы «Играй гармонь», Первый канал. В 87-м организовал и возглавил ансамбль «Чистушка». В 92-м – российский центр «Играй гармонь». Несколько лет был автором и ведущим радиопрограммы «Это звонкое чудо-чистушка» на Всесоюзном радио. В
1990 году Геннадий Заволокин удостаивается Государственной премии России за концертные программы. В 1995-м ему присваивается звание Народного артиста Российской Федерации. 1998 год. Вторая государственная премия России за цикл телевизионных программ «Играй гармонь». В 1999 году Геннадий Заволокин получает награду Союза писателей России «Ангел трубящий». Является автором около 700 песен, 7 сборников частушек, 6 нотных изданий, автобиографической книги о создании передачи «Играй гармонь», различных статей, эссе, газетных публикаций. В период 1999-2001 годов возглавлял иллюстрированный журнал о народном творчестве. Отец всегда говорил, что великая культура великого народа должна выглядеть достойно. Считал, что каждый человек талантлив. А еще говорил, даже если одна старушка молится в храме, значит, Россия еще жива. А о передаче так высказывался. Передача должна быть как большой праздничный стол. Много-много всего, а там, вдали, на краю стола, маленькая церковь. Будет что-то происходить, и народное творчество, как дожди, как ливни, как грозы, как снегопады, это все равно будет происходить, этот круговорот, он будет идти обязательно. И будет, наверное, еще долго-долго радовать людей. 8 июля 2001 года Геннадий Заволокин погиб в автомобильной аварии на мосту через речку Шарап в Ордынском районе Новосибирской области. Люди со всей России и не только откликнулись на его гибель болью и слезами, словами сожаления и поддержки, стихотворными и песенными строками. «Для родного хоровода ты, гармошка, песню спой, Заволокин в нашем сердце, в наших мыслях, он живой». Не допел своей песни гармонист Заволокин, без хозяина хромко будет долго скучать. Содрогнулась Россия от печальной той вести, величавое сердце перестало стучать. Волга к Каспию течет, а на север Лена. Ах, вернул гармонь народу Заволокин Гена. Вечная память верному сыну России. Будем помнить. Дорогие друзья, на сцену приглашается единомышленник Геннадия Дмитриевича, можно сказать, его друг. Да, любимый гармонист. Приехал он из Свердловской области, из города Карпинска. Ну, давайте его уже пригласим. Николай Сергеенко! Уральский виртуоз! Николай Николаевич сам обрабатывает народные мелодии. И сегодня нам подарит уральскую, как он сам называет, уральско-русская барыня. Мы поприветствуем. Барыня, все, что ты. Thank you.
Николай Сергеенко. Браво, браво! Свердловская область, город Карпинск. Николай Николаевич, молодец! Ну а мы, друзья дорогие, с родительским волнением приглашаем на сцену детский ансамбль Геннадия Заволокина «Частушечка». Третье поколение нашего коллектива. Внучата вот Дмитрича. Появляются потихоньку. Тут не полный состав. Одно могу добавить, это все наши дети. И сейчас они сами объявят, что же сегодня приготовили. Песня гармонистки из Тамбовской области Галины Гончаровой. Называется «Задавали сочинение». Ансамбль Геннадия Заволокина «Частушечка». Может, еще одну? У них большой репертуар. Ну да, в прошлом году исполнилось этому коллективу 10 лет уже. Получается, больше 10 лет. Кто-то... Вот, Анютка, давай, проходи вперед.
Вот у нас и маленькие есть, и старенькие. Возраст от 2 лет до 22. Но не все сегодня, не все пришли. Но, тем не менее, состав крепкий. Еще одна песня. Пожалуйста, ребятки, объявляйте. Эту песню подарил нашему ансамблю гармонист золотой десятки России, преподаватель по классу гармонии, житель гордого Сибирска Леонид Чудов. А мы, в свою очередь, дарим ее вам, дорогие гости нашего концерта. Песня называется «Гости». Все, ребята, вам, наверное, интересно, кто чей? Да мы уже сами не помним. Перепутаем, наверное. Давайте попозже. Вы пока за кулисы, ребятки, а потом все тайны раскроем. Глядишь, к вечеру-то, к ночи. А теперь немного девичьей лирики. К вашему вниманию. Одна из самых ранних песен нашего отца на стихи московского поэта Геннадия Георгиева. Девчонки, ансамбль «Трио Цветень» из города Санкт-Петербурга. Ну, давайте, девочки. Песня называется «Спит вода». Да, и немного нежности, любви очень хочется. Печали спит вода.
без края, не гадала никогда, что любовь такая. Спит вода, спит вода, тише без края, не гадала никогда, что любовь такая. Мы молчим, и мир молчит, волга волны катит. Если сердце говорит все слова не кстати, спит вода, спит вода, тише без края, не гадала никогда, что любовь такая. Спит вода, спит вода, тише без края, не гадала никогда, что любовь такая. Пусть летят, бегут года, поезда и звезды, да чего с тобой всегда и легко, и просто. Спит вода, спит вода, тише без края, не гадала никогда, что любовь такая. Близко. Спит вода, тише без края, не гадала никогда, что любовь такая. Спит вода, тише без края, не гадала. Спасибо, девчата! Ну, а к нам приехали гости с города Астрахани, с Волги, матушки, ансамбль гармонистов «Русский строй». Встречаем! Волгари идут! Развучит! Полечка астраханская, народная, называется «Ойра». Гармонист, подай-ка жару, будет твоя весела. Да гляди, чтоб у гармонии
слегка. Песня Анастасии Заволокиной «Я заберу тебя с собой». Вашему вниманию. Журчанье ручья и напев соловья, все, что позабыть нельзя. Воздух после дождя, лист на шляпке груздя, и березку мою у деревни на краю я заберу тебя с собой. Меня устроит путь любой и многотрудной стороной. Домой отправимся домой. Я заберу тебя с собой. Меня устроит путь любой и многотрудной стороной. Домой отправимся. И мороз в январе, и картошку в костре, и походку твою, как же я ее люблю. Я заберу тебя с собой, меня устроит путь любой, и многотрудной стороной. Домой! Домой!
С ней я знаю, устаю. Я это все, возьму с собой. Я ноши не прошу иной. Все это тоже сочетай. Со мной останется, со мной. Я это все возьму с собой. Я ноши не прошу иной. Анастасия Заволокина! С премьерой, Настя! А на сцене друг Геннадия Заволокина, гармонист золотой десятки России первого состава, самый старейший участник «Играй гармонии», моряк-подводник, подполковник запаса Валерий Николаевич Клико, Красноярский край, город Назарово. И Валерий Николаевич приходит на сцену не один. Вместе с ним внук Иван, студент третьего курса Рязанского высшего военно-командного училища ВДВ. Земляки, сибиряки! Дорогие друзья, любовь Заволокина не имеет границ. Его вся Россия любит. Полный зал народа, который любит его творчество, который песни его поет. Но что может быть дороже, понимаете? Он не зря прожил жизнь, просто он живет с нами в песнях. И мы сегодня у него находимся на дне рождения, в самом деле. И вот благодаря гармонии передачи, значит, журналам, я нашел своего командира подводной лодки, капитана Пиранга, значит, Эра Михайловича Гурина, моего друга, значит, тоже подводника Ковалевского. Благодаря гармонии, они очень страстные любители гармонии, поэтому я благодарен этой передаче. И главное, дай Бог здоровья Анастасии, Захару, спасибо, всей группе. Спасибо, дядя Валера. Спасибо, дай Валерий Бог вам, чтобы вы долго жили, прорадовали нас всех. Песню, песню! Сибирская песня, тайга густая. Ой, да ты, тайга моя густая, раз увидишь, больше не забыть. Ой, да ты, девчонка молодая, нам с тобой друг друга не любить. Ой, да ты, девчонка молодая, нам с тобой друг друга не любить. Помню я таежное зиму, увозила радость и печаль. Уезжала ты в края чужие, увозила радость и печаль. Я один живу в лесах таежных, скрылась путеводная звезда. Отшумели воды в речке бурной, не забыть тебя мне никогда.
шумели волны в речи бурной. Не забыть тебя мне никогда. Ой, никогда. Ой, никогда. Валерий Иван Клейко, дед и внук, Красноярский край! Спасибо! А, хочет цветы подарить, Лерочка, так ты вот там прошла бы. Сестренка Ванина, тоже участница нашей передачи. Еще одна премьера. Впервые прозвучит эта песня сегодня, здесь, сейчас. Слова петербургского поэта Николая Рачкова. Музыка вашей покорной слуги. Песня называется «Ой, зеленые луга». Солисты Алексей Ходаковский и Григорий Смолянинов. Судите строго. С тобой гуляли даже в злые холода, где с тобою целовались лишь полыни да лебеда. Заросли тропинки наши, тихие дорожки, их теперь не отыскать. Следики, следочки, да уж больно душу рвут. Темненькие ночки, да и кто я для тебя? Экая досада, и не вспомнишь, и пройдешь. Ой, 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 ой
горшку. Не нужны мне спички. Дальше пойдем. Андрей Ивлев работает газоэлектросварщиком 6-го разряда. Живет он в городе Липецке. И при этом это, наверное, один из самых лучших исполнителей на Елецкой рояльной гармонии. Андрей Ивлев, обладатель гран-при Заволокинского международного фестиваля, гармонист золотой десятки России. А исполнит Андрюша липецкую мотаню. Рояльная игра неповторимая. Пошел деревни, девки спали, заиграл гармошку сталь. Стали пробудились, все окна растворились. На окне клопы сидели и от солнца щурились. Как мотанье увидали, сразу окочурились. Тогда гармошку брошь, когда планки отпадут. Я тогда мотаню брошь, когда замуж отдадут. Как надумаю жениться, я пойду в столовую. Там найду себе жену толстую, здоровую. Ой, мотаня, мотаня, с тобой расстаюсь я. Через год и выйдешь замуж, через два женюсь я. Не плавал, море дна не доставал. Сколько в девок не влюблялся, по мотане тосковал. Эх, Маня, Маня, и где же ты, мотаня? А в окошке огонек, вот хожу к окошку я. Тут живет любовь моя. А вот ты, и вот ты я. Ой, ты милая моя. А я мотанечку пропел и немного припотел. На гармонии вам играл и немного подустал. Надо пальчики беречь, ну пока. До новых встреч. Андрей Ивлев, город Липецк.
Молодец! Золотой! Спасибо, Андрюш! Песня по вашей просьбе. Песня Геннадия Заволокина на стихи прекрасного северного поэта Николая Рубцова. «В этой деревне огни непогашенные». Солист, заслуженный артист России Владимир Гайдуков! В этой деревне огни не погашены, ты мне тоску не пророчь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Скромная девушка мне сам я улыбчив и рад. Трудное, трудное, все забывается, светлые звезды горят. Трудное, трудное, все забывается, светлые звезды сказал, что в лесами теленой глохнет покинутый луг. Кто мне сказал, что надежды потеряны, кто это выдумал друг? Кто мне сказал, что надежды потеряны, кто это выдумал друг? В этой деревне огни не погашены, ты мне тоску не пророчь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Заслуженные артисты России Анастасия Заволокина и Владимир Гайдуков. Ансамбль Геннадия Заволокина «Частушка». Спасибо. Люди вот из Хакасии специально на концерт приехали. Вот это да. Из города Чебоксары, Чувашской республики, приехал ансамбль «Эревет». Скажем, как переводится. «Чудо-краса». Точно. Руководитель Сергей Васильевич Федотов. Вот он в центре. Поклонитесь, пожалуйста, Сергей Васильевич. Прозвучит номер попури «Чаваш-ень», что означает «Мелодии родного края».
Ансамбль «Ревет», Чувашия. Спасибо, ребята. Герой из интернета Игорь Растеряев со своей песней «Русская дорога». Под ваши аплодисменты, Игорь Растеряев! Плачущей земле, не чуя сапогов, наш обескровленный отряд уходит от врагов. Питаясь на ходу щавелевым листом, ночуя в буераке под калиновым кустом. Нам отдохнуть нельзя, бегом, 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 а наши якобы друзья засели за бугром и смотрят, как нас бьют, не отрывая глаз. И только длинные дороги полностью за нас. А вытри слезы, отдохни немного, я русская дорога. Отходи, а я тебя прикрою грязью да водою. Но по уши в грязи, в воде до самых глаз, через какой-то срок враги опять догнали нас. И бьют еще сильней, вот-вот и порешат, но лютые морозы к нам на выручку спешат. Отходи, утри горючие слезы, мы русские морозы. Заморозим, заметем тоскою, поманив Москвою. Природа на войне нам как родная мать, но есть время хорониться, а есть время наступать. И вскоре объявились мы во вражьих городках и стали все крушить вокруг, разбили в пух и прах. Порвали на куски, размолотили в хлам и, добивая, объясняли стонущим врагам. Запомните загадочный тактический прием: когда мы отступаем, это мы вперед идем. Вместе с холодами и лесами, впереди Сусани. Просто нам завещана от Бога русская дорога, русская дорога. Спасибо, что приехал! Игорь Растеряев тоже герой нашей телепрограммы! Слава гармонистам! Спасибо за песню! Игорь, на поклон! Народ требует! Молодец! Галерка там надрывается. Не, ну здорово, что скажешь, ждем новых песен. А пока, друзья, частушки мы исполним с братом из репертуара братьев Заволокиных-старших. Когда вышла передача «Играй гармонь», появились первые выпуски на экранах, голубых экранах Советского Союза. Пошли письма в редакцию, главную редакцию народного творчества тогда она называлась. И люди писали какие-то свои мысли, писали хвалебные слова благодарности.
И, конечно, присылали песни, частушки, стихи. И вот частушки эти как раз из первых писем в адрес нашей программы. Но обратите внимание на то, как вот сколько времени прошло. Наверное, уж больше 25, а то и 30. Конечно, передача уже 32. Но эти частушки до сих пор не потеряли своей актуальности. Пели все подружки, Катерина с Лизою, а теперь поют частушки лишь по телевизору. Самолучшие частушки мы поищем да найдем, пели братья Заволокины, и мы теперь споем. Вот и к вам приехали, мы споем, сестрица с братом. Одна пила, другой лопата. На дороге стоит пень, повернуться ему лень. Шея не ворочится, а целоваться хочется. По заказу шили брюки прямо сразу. Кверху ширит, низ узит, сзади дует и сквозит. Баня новая, сосновая, но лопнуло стекло, как из пушки по деревне чебурахнуло. Всех обуза, всем охота жить одним. Поженились, отделились, а питаться ходят к ним. Раз в столовой мясо взял, час жевал, не разжевал. Сапогом его прибил, три недели проносил. Председателю колхоза куры подали расчет. Если птичник не починит, яйца сам пускай несет. Раньше спросишь, как жена? Говорит, здоровая. Нынче спросишь, как жена? Говорит, которая. Я к трехрядочке, к гармошке, как к родной жене привык. Отбери сейчас гармошку, и я больше не мужик. Муж вернулся из поездки, жена бедная дрожит. Оказалось, под кроватью непрописанный лежит. Где-то заиграли, где-то затальянили. Заволокины гуляют, видно, денег заняли. Мы пропели вам частушки, самые простые, а теперь мы отдохнем, пусть гармония стынет. Анастасия и Захар Заволокины! Очень хочется, друзья, на Заволокина посмотреть. И в этом нам поможет богатый архив телепрограммы «Играй гармонь». Да,
Геннадий Дмитриевич Заволокин был потрясающим телевизионным ведущим. Он умел находить общий язык с любым человеком. А назвали-то мы этот сюжет. Геннадий Заволокин общается с народом. Внимание на экран. Давайте познакомимся с таким веселым человеком. Геннадий меня зовут, а вас как? А меня Андрей Демин. О, холостой или женатый? Я с осинского починка. С починка? Ага. Поди холостой, заметно, нет? Нет, 35 лет живу с женой. А, 35 лет? Весь измучился. А кем работаете? Я водитель, шофер. А почему измучился-то? А она не дает пить и играть не разрешает. Ах ты какой. А я все играю и пою. Не, про питье не будем. Давай. Почему измучился-то? Сейчас в гармошке нашли. Рыбнем. Рыба! Рыба! Нету. Не, давай поговорим просто. Ну, а работаете шофером? Да. Ну, а я... жена что, не приветствует, что вы играете на гармошке? Она любит, я играю, она подпевает. Подпевает, но иногда ругается, да? А бронится немножко. Когда я лишка... Она ругается. Опять на это. Я не хочу про это. Еще давай сначала. Давай знакомиться. Да. Геннадий, а вас как? Я Андрей. Очень приятно. Фамилия? Демин. Ой, Демин, про вас уже тут все говорят, что хороший гармонист. Так, веселый. Меня знают. А работаете кем? Шофер я, шофер. Так это вы прямо можете 100 километров проехать, да? Я даже пытался рулить ногами и играть гармошкой. Я поверю. Получается. Рулил ногами, играл на гармошке. Да, получилось. Получилось. На ЗИС-5. На ЗИС-5. Это было... Ничего, милиция не задержала, ничего. В 58-м году. Слушай, а тут милиция есть, может, сдадим сейчас его, а? Они меня любят. Любят его. Они знают. А скажите, вот за что вы любите свой край? О, а я даже не знаю, это край ведь родник. Вода свежая, чистая. И как придешь под елку, где... родничок. Так хочется выпить этой водички. Ну, молодец. Как вам эта осень нравится? Хорошая осень. А народ здесь какой? Хороший. А что плохо? Что плохо, пенсию не дают. Куда не поеду, куда не пойду, а к ней забегу на минутку. Однажды начальник дает мне пакет, свези поскорее на почту. Пакет я, говорит, вырвал, вскочил на коня, и тронул я быстро галопом. Вот еду я, еду, но Кольгер в сторону глядит. О чем он такое толкует? Это конь. Конь-конь. А там лежит моя милая в снегу. Замерзшая, да, остановила. Неправильно ты, Коля. Ну, как неправильно? В основном-то получается. В основном. Спасибо, Николай. А вот чисто. Маловато, да? Андрей Антин. Из Красноярского края исполняет песню Григория Пономаренко на слова Сергея Есенина «Не жалею, не зову, не плачу». Мы вместе с ним исполняем. Не жалею, не зову, не плачу. Сейчас маленький крючок. Барабан летит. Я его ловлю, Заволокин платит. Папки на стол. Молодец! 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 Здравствуйте! Здравствуйте. Это какое село? Красноярск. А я здесь тоже живу. Будем знакомы. Вы меня не знаете? Знаем, по телевизору видим все время. А тут не видали разве? Я сосед ваш. Нет. Я еще к вам с огурцами в прошлом году забирался, помните? А может быть. А вас как зовут?
Я Нина Дмитриевна. Нина Дмитриевна, а фамилия? Ромашова. Что-то про вас говорят, поете хорошо, правда, нет? Правда. Так споете? Спою что-нибудь. Так, частушечку. Пожалуйста, частушечку я вам сыграю. Ох, сколько я мечтала бы гармонь за Волокином подпеть. Хоть бы мне не растеряться, хоть бы мне не оробеть. Молодец, вы не оробеете. Красный яр, село большое и стоит на берегу. Я из этого поселка никуда не убегу. И я тоже. Ой, хватит вам играть, мы уж надоели. У нашего Дмитрича до руки заболели. Золото, спасибо, спасибо огромное. Не буду снимать. Вот немножко поглядели на Заволокина. Вспомнили те самые выпуски, которые дороги многим, думаю, сидящим в этом зале. Давай приглашать следующих гостей. Представители Пермского края на сцене. Отец и сын Красноперовы. Вот идет Константин. Первый, да? Сын. Ага, и Юрий Саныч. Юрий Саныч. Песня памяти Геннадия Заволокина. Написал ее Юрий Красноперов. Слова и музыка его. Юрий Саныч, спасибо вам за память. Спасибо за то, что такие песни сочиняются. Называется эта песня «Эх, Заволокин». Знаешь, я слышал, как песни поет Заволокин. Что ты, мужик, был душевный, тянулся к народу. Нам приезжал он, стоял от меня недалеко. Надо ж, как вышло-то с ним, не подумал бы сроду. Эх, Заволокин, голос гармонии негромко вздохнул издалека. Вечном. Вот бы начать им сначала от речки, от печки. Годы все скачут и мчатся к крутому обрыву. Встреч и разлук накопилось с годами довольно. Песни поем Заволокина, их не забыли. Свет на Оби отражают притихшие волны. Эх, Заволокин, голос гармонии негромко вздохнул издалека. Думал о вечном. Вот бы начать им сначала от речки, от печки. Помнишь, толпа, я деревня безудержно пела. От беспредела мой брат до конца накипело. Нам из порочного выбраться надо бы круга. Пел Заволокин с тоской, вы любите друг друга. Эх, Заволокин, голос гармонии негромко вздохнул издалека. Думал о вечном. Вот бы начать им сначала от речки, от печки. Эх, Заволокин, голос гармонии негромко вздохнул издалека. Думал о вечном. Вот бы начать им сначала от речки, от печки.
Спасибо! Отец и сын Красноперовы, Пермский край. Спасибо. Ну, а сейчас будет необычный номер. На сцене случится смешение жанров. Сам исполнитель вообще оперный певец. И голос у него называется драматический тенор. Но выйдет с гармонью в руках. У нас же все-таки «Играй гармонь» в Кремле. Степан Филатов, город Волгоград. Поприветствуем! А прозвучит песня из репертуара Валерия Ободзинского «Белые крылья». Друзья, можно танцевать. Снежные хлопья, садятся не слышно. Может быть, снова цветет наша вишня. Ветви, как крылья, слегка встрепенулись. Может быть, лето. Город Волгоград! Человек, в котором сплетается оперное пение и любовь к гармошке! Молодец! Браво!
Еще поклонись, Степ! Степа, это успех! В Кремле! Молодец! Между прочим, гармонист золотой десятки России! Молодец! Ну ты пока готовься. У нас сейчас любимое народное произведение будет. «Цыганочка» по просьбам зрителей и телезрителей. Вот ансамбль Геннадия Заволокина «Частушка» умеет ее сыграть. Могет. «Цыганочка» необычная. Родилась на основе вариаций, мотивов, попевочек, мелодик, цыганочек-гармонистов, кто уже никогда не выступит в передаче «Играй гармонь». Эти гармонисты, оставив яркий след в истории нашей телепрограммы, ушли в мир иной, но вот так вот через гармошку, через эту самую цыганочку, их души будут тут рядышком с нами. И тут сейчас с нами окажутся и Виталий Королев из Ярославской области, и Сергей Сметанин из Архангельска, Анатолий Заверюхин из Хабаровска, Геннадий Музуров из Республики Коми. И, конечно, вначале вы услышите знаменитую цыганочку Геннадия Заволокина. Вот в руках у Алексея его гармонь, заволокинская, последняя любимая гармошка. Кстати, ей в этом году исполняется 30 лет. В городе Туле в 1988 году ее по заказу, по спецзаказу Геннадия Заволокина сделали тульские мастера Александр Маврин и Юрий Моторин. Сегодня это, конечно, уже музейный экспонат, но мы не спешим ставить ее на полку. Хочется, чтобы она не пылилась, а радовала многих и многих, чтобы олели ее меха, чтобы звенели ее лады. И пусть она прозвучит сегодня здесь, на кремлевской сцене, для вас, дорогие наши. Итак, «Цыганочка», как последняя лебединая песня, как музыкальное завещание всем нам живущим и как вечная память. Thank you.
ансамбль Геннадия Заволокина «Частушка». Спасибо, ребята. Вот сейчас необычный номер. На сцену выйдет внук Геннадия Заволокина, Григорий Смоленинов. А гармонь у него в руках будет прадедовская, нашего с Захаром деда, Дмитрия Захаровича Заволокина. Собственно, кто и оказался в нашем роду первым гармонистом. Дед наш, Дмитрий Захарович, фронтовик. И гармонь в свое время взял интересную. Сибирская однорядка называется. Вот эта гармошка. Вот он, Гриша. Неженатый парень, холостой. Частушки давай нам про любовь. Хорошо. И сибирское что-нибудь. Подгорную, конечно ж. Сделаем. Ну, сначала поиграй. Хорошо. Звук, обратите внимание, какой у гармонь необычный, такой старинный. Ну и спой. Хорошо. Ну, все, прошу любить и жаловать. Мой старшенькой. Не оплошай. Хороша милашка-то, хороша и эта-то, эта-то, вот эта-то, не хуже этой та и та. Ты, товарищ дорогой, мы с тобой дружились, ты от Таньки, я от Маньки, кувырком катились. Танечка моя, сорока белобокая, раньше я к тебе ходил, нынче ты притопала. Ох, нынче я хотел жениться, с бани крыша съехала. Ох, эта крыша лешего до неба время съехала. Ох, на горе большой раскат, а под горой раскат и стель. Ох, а сибирские ребята всех финти культя пистель. Ёлочки, сосёночки, да зелёные шишки. Пошли, пошли, пошли плясать в передышки. Григорий Смоленинов, город Новосибирск. Спасибо, Гриш. На сцене наш дорогой батюшка иерей Евгений Пуртов. Из Тюменской области. Встречайте. Батюшка, вам слово. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Геннадия Дмитриевича Заволокина я знаю только по его телепередаче. Лично, к сожалению, не знаком. Но, безусловно, этот человек имел главное качество, духовное качество, умение любить людей.
Иначе бы у него ничего не получилось. И любить это ведь, и терпеть, и прощать, и сострадать, и радоваться. И дай нам Бог всем когда-то в полной мере этому научиться. А песня про звонаря посвящается всем звонким артистам, гармонистам. Песню написал сам батюшка. Как нелегко бывает доля звонаря, но я не жалуюсь на Божие призвание, и чтоб возрадовались небо и земля, несу смиренное это послушание, как ветер волиный между небом и землей, так колокольный перезвон польется мой во славу Божию. И к радости людей забудь, звонарь, от трудной долюшки своей. Искусство звона не осилить самому, лишь только мастер озарит тебя, как ему свеча, и у станка я Бога вновь благодарю, что он послал мне Владимира Марьяныча. Как ветер вольный между небом и землей, так колокольный перезвон польется мой во славу Божию. И к радости людей забудь, звонарь, от трудной долюшки своей. Между небом и землей, так колокольный перезвон польется мой во славу Божию, и к радости людей забудь, звонарь, о трудной долюшке своей. Подарочек вам. Спасибо. А на сцене давние участники нашей телепередачи, давние знакомцы Геннадия Дмитриевича Заволокина. Наши большие друзья. Актеры Иркутского театра народной драмы. Прошу. Под руководством заслуженного артиста России Михаила Корнева. Это театра руководитель. А вот с гармошкой идет, между прочим, заслуженный артист России, что вдвойне приятно, Вадим Дейнеко. Слово вам. Добрый вечер, дорогие друзья. Низкий поклон от Байкала батюшки, от Сибири матушки. Всем вам, Анастасия, Захар, ансамбль «Частушка». Потому что для вас это так же родная земля, как и для нас.
жизни нашего театра Геннадий Дмитриевич Заволокин – это особая глава, потому что мы знакомы с ним давно и дорожим этой дружбой по сей день. Для нас он живой, для нас он старший товарищ. Впервые мы с ним встретились в 1999 году. Сначала это была встреча нашего руководителя, художественного руководителя театра Михаила Корнева на церемонии вручения награды «Ангел трубящий» фестиваля «Глаз ангельский России» в Москве. А потом позже он уже встретился со всем коллективом, послушал нашу манеру пения, наши песни, оценил, подумал и предложил снять фильм, в котором бы звучали песни из нашего альбома «За нашу Родину». Это песни военных лет, послевоенные, но необычные, с измененными словами, так как они звучали в окопах, на фронте, в послевоенное время. Ему это очень понравилось. Мы этот фильм в 1999 году сняли. Этот фильм назвался «Родина-мать». Его много раз показывали по центральному телевидению. И мы там с ним сдружились уже ближе, стали роднее. Мы узнали его как человека глубокого, а не того, какой он образ создавал по телевизору. И вот это состояние его духа и души нас поразило. Этот человек, конечно же, еще не до конца осознанно его могучесть, его великая миссия возродить, сохранить не только гармошечное искусство, но и вообще народное творчество. Это человек глубокий, широкий. И надеемся, что эта дружба, которую Геннадий Дмитриевич передал по наследству нашим друзьям Анастасии Захаровой и ансамблю «Частушка», пронесется сквозь годы и будет крепкой в наших детях, в наших внуках, и будет радовать много лет своим творчеством. А песня, которую мы хотим сегодня исполнить, она звучала как раз в этом фильме. И это песня, которая звучит в сердце каждого человека, который любит свое отечество, свою родину. Песня простая, но очень понятная сегодня. Музыка Матвея Блантера, слова Михаила Исаковского: «Летят перелетные птицы». Летят перелетные птицы в осенней дали голубой. Летят они в жаркие страны, а я остаюсь с тобой. А я остаюсь с тобою, родная навеки страна. Не нужен мне берег Турции, и Африка мне не нужна. Не нужен мне берег Турции, и Африка мне не нужна. Немало я стран перевидел, шагая с винтовкой в руке, но не было горше печали, чем быть от тебя вдалеке. Немало я дум передумал с друзьями в далеком краю, но не было больше подолга, чем выполнить волю твою. Но не было больше подолга, чем выполнить волю твою. Пускай утопал я в болотах, пускай замерзал я на льду, но если ты скажешь мне слово, я снова все это пройду. Надежды свои и желания связал я навеки с тобой, с твоею суровой и ясной, с твоею завидной судьбой, с твоею суровой и ясной, с твоею завидной судьбой. Летят перелетные птицы, ушедшие лето искать. Летят они в жаркие страны, а я не хочу улетать. А
я с тобою, родная моя сторона. Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна. Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна. Спасибо! Актеры Иркутского театра народной драмы. Помню, Геннадий Дмитриевич Заволокин, наш отец, говорил про ребят, что «ух, они ноздрёй поют». Ну а сейчас долгожданная, об этой исполнительнице просили, и очень ее любил Геннадий Дмитриевич Заволокин. Вот она уже выплывает. Народная артистка Удмуртской республики Анна Плотникова. А начала свой путь, Аня, творческий путь, конечно же, в телепередаче «Играй гармонь». Ага, особенно тогда, когда Геннадий Дмитриевич у нее спросил: «Ань, ты как так на баяне-то играешь? А как ты нам ответила-то, вернее, ему?» «Все играют вдоль, а я поперек». Так и есть. Сыграй нам и сегодня поперек. Мы очень об этом тебя просим. Просим? Автор-исполнитель собственных песен Анна Плотникова. Песня про любовь для тебя. Танцуют все. Для тебя я растила цветок голубой. Не твоею, он сорван рукой. Для тебя я Плотникова! Спасибо! А на сцене танцевальный коллектив прибыл из города Владикавказа, Республика Северная Осетия, Алания. Коллектив «Сармат». Осетинский танец «Праздничная Осетия». Руководитель Эдуард Гукаев. Встречайте! Thank you.
Ансамбль «Сармат», город Владикавказ. Да здравствует дружба народов! И вновь на сцене ансамбль Геннадия Заволокина «Частушечка» с песней под названием «Благодарность». Слова петербургского поэта Ивана Стремякова. Музыка родилась в коллективе. Пожалуйста. На семейную фотографию. Подбегите к своим родителям, только не перепутайте. А сейчас, недавно мы были на Кубани, и сейчас казачьи частушки. Если вы в этих мотивах узнаете знаменитые песни кубанского казачьего хора, не удивляйтесь, мы с ними дружим давно и надолго. Руки-поки,
казачка руки в боки, а казак в присядку. А на той стороне лошади коровы, а на этой стороне казачки чернобровы. Играй, гармошка, играй, бумин, очень мы казаков любим, очень мы их уважаем, с поцелуями встречаем. Встречайте Государственный академический ордена дружбы народов, Государственный академический кубанский казачий хор! Художественный руководитель, народный артист России и Украины, профессор-композитор Виктор Гавилович Захарченко. А прозвучит казачья народная «Ехалы казаченьки». Еще одна песня в исполнении этого прославленного коллектива. Песня Виктора Захарченко на стихи омского поэта Владимира Балачана. «Что меня тянет в родную деревню?» Солист Иван Немченко.
в родную деревню. Может, таинственный ласковый свет, может, большое людское доверие, нынче которого в городе нет. Хлеба с хлеборобами вместе, высшая мера крестьянской любви. Может, старинные русские песни в каждой деревне и песни свои. Живучая детская память с ягодным летом, вечерки, гармонь, солнце над домом, небесное знамя. Может, любви материнский огонь. Божественный в сердце, не знаю, манит и тянет, хоть вором ори. Божественный в сердце, не знаю, манит и тянет, хоть вором ори. Кубанский казачий хор. Но мы вас пока не отпускаем. Не отпускаем? А совместную песню сейчас исполним. Записали мы эту песню на Кубани, в городе Кореновске, от ансамбля «Родники». Кстати говоря, на родине Виктора Гавриловича Захарченко, в родных его краях. Эта песня украинская, народная. И то, что сейчас происходит с нашими государствами, с Украиной и Россией, мы категорически против. Потому что мы славяне, у нас одна вера. Мы очень любим украинские песни, пляски, стихи. Я думаю, это ненадолго. Я вспоминаю частушку, которую нам спела одна бабушка на Украине. Мы были там лет, наверное, 8-9 назад. Частушка звучит так. Украина и Россия. Два куста смородины. Пограничник охраняет родину от родины. А песня называется «Де ж я була їхала». Де ж я була їхала, де ж я була йшла? Я же тобі, мамо, не кланялася. Кланяюсь тобі, мамо, що будила мене рано. Більше не будеш, не будеш. Де ж я була їхала, де ж я була йшла? Я же тобі, тато, не кланялася.
поклонялася, кланяюсь тобі, тато, не пускав ти хлопців в хату, більше не будеш, не будеш. Ой, кланяюсь тобі, тато, не пускав ти хлопців в хату, більше не будеш, не будеш. Де ж я була, їхала, де ж я була, йшла? Я же тобі, сестро, не кланялася. Кланяюсь тобі, сестро, що навчила коси плести. Більше не будеш, не будеш. Кланяюсь тобі, сестро, що навчила коси плести. Більше не будеш, не будеш. Давай, нашу любимую! Мы не отпустим кубанский хор без песни, которую в свое время, в 88 году, в одной из первой передач из Кубани написал наш отец Геннадий Заволокин. А называется она «Кубань. Гармонь». Эта песня всегда с нами. Совместно? С пляской? А? Попробуем. «Кубань. Гармонь». Yeah.
пожалуйста, на свои места. Это еще не конец, не финал. Молодцы! Вот это я понимаю, выдали, дали дробца. Спасибо, родные, спасибо. Вот это вечерка большая. Расширенная вечерка получилась у нас. Настоящая передача «Играй гармонь» на сцене Кремля. А сейчас у нас коллектив называется «Частушка». И мы споем частушки, которые совсем недавно появились в нашем коллективе. Мы их уже 18 лет как исполняем. Называются... Садитесь, миленькая, на место. Не кричите, тут есть кому покричать. Я могу, Захарка могёт. А кубанцы, ух, как могут рявкнуть. Мало никому не покажется. Итак, частушки-то какие? Посвящаются Москве. По Москве-то мы походим. Походим? Ну, давай попробуем. По Москве-то мы походим, по Москве-то мы походим, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. По Москве-то мы походим, на окошки поглядим. Поглядим, поохаем, сердечки заполохаем. Москва гудит, Москва поет, Москва в гармошку грохает. Грохает, веселится, в хорошем настроении. Сколыхнем округу, чтобы стало веселей соседу, брату, другу. Мамка по миру пойдет, нам гармоньку заведет. Дядька мельно продаст, на гулянку денег даст. Качаюсь в гамаке, ля-ля-ля-ля-ля. Много девушек страдают, а по мне о дураке. До свидания, может быть, навеки. Хорошо, как с вами было, люди-человеки. Громко песенки поем и в гармонь играем. Ля-ля-ля-ля-ля, всей России процветать от души желаем. Ля-ля-ля-ля-ля. Да здравствует Москва, ее жители и гости столицы. Одна из последних песен Геннадия Заволокина. Точнее сказать, мы ее нашли после его гибели в архиве. Стихи Константина Фофанова, музыка отца. Живите, люди добрые! Честные.
Дорогие наши, спасибо вам за то, что вы пришли на этот концерт. Спасибо всем, кто участвовал. Спасибо, что вы пришли с аплодисментами, с добрым сердцем. Ну, кажется, надо, чтобы сам Заволокин спел. Пусть он сам напоследок, наш дорогой Геннадий Дмитриевич Заволокин-то, и споет, а всем всего самого наилучшего и вечная память верному сыну нашей Родине Геннадию Заволокину. До новых встреч! Вот и опять прощание снова. Вокзалы, дороги, мы говорим до свидания и говорим с Богом. Мы говорим до свидания, мы говорим до свидания, мы говорим до свидания и говорим с Богом. С Богом дорогу дальнюю, с Богом на труд и тревогу. Видно далекое зарево, солнце встает, с Богом. Видно далекое зарево, Господи! До новых встреч в эфире! Играй гармонь!